Вооруженными силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции. Воздушно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам Вооруженных сил Украины в Харьковской области, в районах Артемовска и райгородка Донецкой Народной Республики. Командно-наблюдательные пункты батальонов 1-й танковой, 59-й мотопехотной, 60-й пехотной бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Калиновская, Марьинская Днепропетровской области, Калуга Николаевской области и Белая Криница Херсонской области, а также 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника противника в 103 районах. В районах населенных пунктов Николаевка Донецкой Народной Республики и Вознесенск Николаевской области уничтожены склады боеприпасов. Также сбиты в воздухе 4 беспилотных летательных аппарата. В районах населенных пунктов Томина-Балка Херсонской области, Снегиревка Николаевской области и Кирилловка Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Уды Харьковской области в воздухе сбиты 2 баллистические ракеты «Точка-У» и 2 американские противорадиолокационные ракеты «Харм».